Все, пошел. Раз, два, три. Считаем. Четыре, пять, шесть, семь, девять, десять, 12. Все по-честному. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49. Коля, еще два раза надо. 50. Еще один. Один, один, один нужен, давай, один. Коля. Нужен гол. Коля, давай. Засчитаем? Не, по-моему, не было. Коля, я тебе говорил, что не снять. Не считаем. Вот ты бы сейчас вытянул. Давай, Коля. Готовится Лобзов Станислав. 10 раз на одной руке заявленный. Считаем все вместе. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Семь. Восемь. Семен испытывает сильнейшие нагрузки. Тренинг или нет? Елки-палки, давай. Ему очень тяжело. Давай, давай, давай! Девять. Такого не было. Стас, сними штаны. Я-то вижу планку, ну чё? Да не засчитывается. Если Вова так сказал. Хорошо, восемь. Давай! Ну ничего, поздравим его с результатом 8,5. Снимай, еще же одна рука есть. Так, есть еще одна рука. У человека есть еще одна рука. Она же чувствует, что она виновата в этом. Если бы Машка не приехала, то иди. Ты бы нормально посублимировал, ты понимаешь. А тут... Коля, расскажите, как вы сублимируете? Я... Вера бедненькая, она... Божилась, что я к ней пристаю. Я сублимировал, а Стас, видимо, нет. Стас. Почему так? Так, попытка на правой руке. Раз. Два, три, пять, шесть. Молодец.
Я был молодец. Ну это было достойно попытка. Если две руки, то получается что-то раз. Коля, лаборант. Тебя с победой. Две ноги. Петя, пошли, сказал.